Народ, всем привет, утро нового дня. Сейчас давайте я вам покажу, как ровно отрезать, так сказать, вот такой вот палец по периметру, чтобы все швы у нас совпадали. Сейчас расскажу, для чего вот эта штука. Это гильза от поршневой какой-то. Вот, она у меня пойдет на... соединительная площадка между мотоблоком. Так, вот так вот, да. Соединитель между площадкой, мотоблоком и вот такой пластиной. Не пластина, а сама сцепка. Эту сцепку, она... Представим образ мотоблока. Вот это у меня мотоблок. Это вставляется сюда. Итак, сейчас я пойду, наверное, позавтракаю. Время 10 часов дня. Вот. Сейчас покажу, набросаю. Что буду потом делать. Вот есть у меня в наличии вот такая сцепка. Эта сцепка самодельная. Была она из нормальной, из заводской. Но толщина металла очень слабая. Это вот остатки этой приблуды. Что у нее было? Вот это. Вот этот регулировочный, сама шляпа типа была, но она не выдержала никакой нагрузки, поэтому первая же поломка оказалась именно на ней. Вот теперь смастерил вот такую вот штуку. Вот это будет сцепка, она будет регулируемая, все как полагается. Вот это давайте посмотрим. Вот это вот у нас мотоблок. Мотоблок будет крепиться вот этими двумя к мотоблоку частями. Здесь будет еще рассверлено одно отверстие, вот сквозное, и он будет крепиться вот этим пальцем. Вот это и все соединяет. Это будет регулировочная пластина, она будет здесь болтами, короче говоря, вот, и туда-сюда, вот так вот, туда-сюда, чтобы она играла. Ну, соответственно, эта деталь сделана из трубы, из 15-й. В конце, конечно, тут получился у меня косяк небольшой. В нее я вбил, возьмем вот такой вот прут металлический по размеру этого. Даже, по-моему, это монтажка была какая-то. Вот здесь детали закрепил вот так вот. Ну, соответственно, потом здесь будет ручка, а сюда уже будет крепиться агрегат. Здесь будет, может, два, может, три, наверное. Нет, наверное, два получится. Одно вообще. Одно отверстие. Вот, так как, я думаю, оно мне хватит за глаза. Вот, и здесь будет уже соединяться само навесное к нему. Там либо плуг, либо бороны, либо еще что-то. А я пошел кушать. Кушать я сегодня буду вчерашний курник, который приготовил братан. Ты чё, птичка? Не призналась, что ли, а? Ну, я тебе. Ну, блин, я варю, мам. Сварка, а то. Итак, народ, просверлил, короче, я говоря, вот эту пластину. Это самодельная пачка. Вот теперь с помощью вот этого домкрата, опрокидывателя, я установил мотоблок, чтобы он был в свободном полете, чтобы можно было на нем работать. Ну, теперь будет вот эта задача. Попасть сюда.
здесь сверло 16, сверлил я не 16, а 15, поэтому у меня так получается. Как всегда, с помощью одна деталь сделана. Кстати, с помощью дрели, сверла. Вот так вот она будет выглядеть. Так, ну а теперь будем отрезать вот эту гильзу. Как ровно ее отрезать, вот вам показываю. Либо есть еще такой вариант, сейчас покажу. Смотрим еще какой есть вариант, чтобы правильно отмерить. Ну, обычным штангель-циркулем закрепляем ее и пошли. Куда положить? Сюда надо. А какие? Ну вот упадили. Или пускали, да, как это за песком пошли. Варилась масса. Сейчас буду ее соединять. Температура, значит, здесь очень хорошая. Кстати, уже не первый раз эта штука происходит. То ли контакт ослабевается, или что. Сейчас сделаем. Я думаю. Так, всем привет, утро нового дня сейчас. Сейчас буду обваривать вот эту кольцевую.
Нет. Ребята, вашему вниманию сцепка на мотоблок. Вот такая конструкция. Все регулируется, все крутится, вертится. Вот сейчас у меня здесь стоит плоскорез. В дальнейшем он будет переделываться на картофелекопалку. Сейчас смотрим картофелекопалка. Оп! Вашему вниманию теперь веерный картофелекопалка, который тоже регулирует угол атаки. Также вот так вот. Но ей это армянный. Ну что так далеко стал? Давай вот вот сюда стань, чтобы видели тебя. Да. Герой должен дать лицо. Ей армян на верблюде. А верблюд что-то не едет. Ага. Вот, видишь? Автосервис. Слышал нас? Нет, 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 не знакомо. Верблюды. Вот. Он это как. Как опять это слово. Заходит в этот сервис, там армян. Второй. Говорит, верблюд не едет у меня. Ну, автосервис, ремонт верблюда. Ага. Заводи на эстакаду. И, короче, это все. Два яйца берет вот так вот. А друг другу. Хоп! Побежал верблюд. Это, конечно, хорошо, а как мне его догонять? Заходи на эстакаду. Вот и смысл. Да. Типа, давай тоже заходи. Мне эстакаду так сделаю. Это, все это делалось промежутками очень много времени. Вот вообще сама вон та конструкция граблей, она была изготовлена еще в прошлый год. Я привозил ее как-то ролик, наверное, здесь там выкладывал. Вот. Ну а эту сцепку уже сделал в этот раз. Так как скоро уже будет картофельный сезон. Поэтому. Хорошо. А там акции, облигации, да, золото, биткоин, все есть? После Московская биржа. Ну хорошо, как будут деньги, мне там что-то открывать, как мне там на Московском Кузьмича? Ну что, братан, покурим? Миллионеры хули, с ума соскурят, блядь. Качественный табак. А не то, что пыль глотаете вы. Владимир Николаевич. Крутить уже как трубочки начал. Хуй, не крутить, да? Готов. С тобой закрутишь. Куришь как пылесос. Ладно, я есть, да? Да. Так. Ты умеешь вообще делать? Дай, подожди. Да я тебе оторву. Давай. Каждый же заботится о своей попе. Вот так вот, по-моему, делать. Я сам кусить не могу, так на ощупь. Вспоминай, когда у тебя первый раз женщина была. Так и делать. Сейчас как закурим, уши развернуться. Да, блядь, желания нет на эту камеру снимать. М? Желания нет даже на эту камеру снимать. Чему? Не знаю. Да у тебя никогда не начал будет, не будет желания. В смысле? Она в половине не показывает, что снимать.
что снимать, а то вот 3 подписчика прибавилось бы. Раза два их я сам вчера вручную пригласил на канал. Пятница, а субботу на он в отпуск уходит. Будет обман с пивом приятным. С пивом? Да. А вы с ним пиво пьете или водку? Пиво? Он, наверное, пузырь принесет. Остальное ты? Или нет? Не, он мне на карту деньги скидывает, я еду, покупаю. Сразу, да? Да. Придешь вечером, да? Или придет вечером? Да. Приду вечером. Кидает, я еду, покупаю. А тебе карточка видишь? Да. Им сигареты дают. Тебе? Да. Вот это друг, да? Охуительный друг. Не то, что я, блядь. Самосад заставляю курить, блядь. Спички где-то были. Самосад тоже вещь. Все. Дожили, короче. До вот такой жизни. Сейчас курнем и пойдем все ломается с моего пути вот этой техникой. Хороший табак, Кузьмича. Ну а теперь рекламная пауза. И девочки танцуют там. Видео тоже эдкаку? Ставишь на эдкаку, чтоб авторство не было. Обязательно. Ну с авторством можно покупать же. Платный же. Который с автором покупать надо, да? Платный? Не знаю. Кому табак нужен, пишите комментарий. За определенную цену Владимир Николаевич вам вышлет. Да, на следующий год, кстати, будет 6 сортов. Вот, там какие-то. Потом время подойдет к этому. Кто кайфует с табака? Валентин Николаевич, он не курит, но он сказал. Можно попробовать будет повыращивать и. Аж штормит. О! Вот это аромат! Бодренький. А иначе как? В деревне только так вот. Техника, руки в мазуте. Чигарка. Да? Там ну что, машину будет подорвать, если погода к вечером подойдет, если ветра не будет, да? Как-то. Есть желание такое? Желание-то есть, но домой. А что дома? Скотина. Ну это обязательно. Без этого как? Без этого не, даже не начнем. Сам кайфуешь от работы, кстати. А? Сам кайфуешь от работы. Я за тебя переживаю. Ты без адреналинчика оставляешь. У тебя с каждым трением возникает идея какая-то в голове. Ну да.
Лучше тебя никто, тряпочка не это, не владеет. Надо ответственно к работе подходить. Ну, видишь, как, чего у тебя? Именно в этом есть такое честолюбие, добролюбие. Три по ушам, да? Правильно ты говоришь. Черут не со цыгане, что покупали. Да. Ну что, наверное, на этом будем закругляться. Покурили, пообщались. В общем, в следующем ролике... Чайку ты еще не сделал? О, кстати, да. В следующем ролике покажем, как мы тестируем вот эти... Два, а возможно, три агрегата. Народ, ну чё, привет еще раз. Так, ну чё, теперь можно, как сказать, не похвастаться, а показать свою проделанную работу. Как я упоминал в начале видео, то, что у меня давно в городе еще потихоньку собирались такие заготовки. Вот, это было первое. Брана. Которая сейчас уже покрашена. Я сейчас не буду такой краткий прям с размерами все это полностью описывать. Вот я его покрасил, завтра уезжаем в город. Вот и потом уже осенью будем его тестировать. Вот. Вот так все это выглядит. Все просто. Все по-колхозному. Так, и вторая, это уже сцепка. Сцепка по принципу этого, как его, мотор сич. Это блок. Здесь все регулируется. Это все крутится, вертится. Как сделал вот эти регулировочные. Вот, можно посмотреть просто. Но здесь вот, конечно, слабовато. Посмотрим там, что как дальше пойдет. Вот, но она все работает, функционирует. Вот, труба взята 15-я, вовнутрь вбит ломик. Вот, ну и здесь, соответственно, эта сцепка. Это будет крепиться к мотоблоку. Тоже все входит как нужно. Вот, ну а к этому уже будут прицепляться агрегаты. То есть первый это барана, потом вот она картофелекопалка. Вот такая вот она, это веерная. Мы с помощью нее как только купили, и она у нас поломалась, есть видео. Вот, будет в описании. Это магазинная. Просто она будет крепиться вот сюда, вот, выходить и шплинтоваться.